я хочу рассказать притчу. Она очень серьезная. Давние-давние времена жили старик со старухой. Где-то в горах. Старик занимался тем, что собирал дрова и продавал в городе, потому что «Газпрома» не было. Вот однажды старик опять собрал дрова, на ишака нагрузил. И вот только когда спускался вниз, проходил через мост, у него топор упал в горную реку. Старый человек не может достать. Он обратился к Всевышнему. «Господи, помоги! Вот этот топор всегда меня кормил, но теперь топор упал, я с женой погибну. Ты же всесильный, сделай так, чтобы топор обратно появился на берегу». Всевышний послушал его, в реке вода остановилась, и из реки вышел топор из чистого золота. И сверху голос: «Это твой топор».